Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы играем в Survival Swiss. Со мной играют Максим, Excel, Мастер Чан и Владик. Привет, зрители. Всем привет. Всем привет, ребят. Привет, друзья. Владик сидит рядом со мной. Ну что ж, Серега, думаю, стоит начать в эту игру играть, да? Начинаем. Громко на все. О, круто, мы рядом с машиной появились. Я компас беру. А тут все время появляешься рядом с машиной, Серега. Ну, в прошлый раз нам до нее бежать пришлось. Не-не, мы сразу же были около нее. Как подбирать-то? На Е подбирать. Фраеры подберете? Так, давай, кто у нас танкует? Я с компасом. Давай. Вон Серега танкует, за ним сидим. На пробел бежать, если что. Но не нужно тратить стамину, ребят. Кто-то там таблетки адреналиновые взял. Я радио взял. Ну, короче, да. Если у тебя в радио помехи начинаются, ты там все говори, плохо. Пожалуйста. Ладно. Черт, так бежит смешно, вы это видите, да? Да-да-да. Фильма хуже смотрю, говорит, ветка хрустнула, черт. Вы сами ветками хрустите, на самом деле. Когда по кустам бегаешь, у тебя звук. Мне уже страшно, я уже играл в эту игру пару раз, и никак не могу привлечь к этой... Да, я в принципе немного выучил карту даже. Серега задрот, ему вообще не страшно, он не знаю. Ой, блин, почему резко вышел из бога? Чувак, не пугай. А ты че, я самый последний иду? Ты самый, потому что главный у нас. Ты прикрываешь наши очки. Ты будешь нас хоронить потом. Да, ты будешь нас хоронить. Я с вами, ребят. Круг найди, Серега. Вот пока не вижу кругов. А нафиг круг? Круг спасает только от оборотней, только видите, один раз. Видите, чертенок? Чертенок побежал, да. А он без опон, это, он только пугает, он ничего не делает. Думаешь? Ну да, вроде пугает. В смысле думаешь? Я его за прошлую игру видел, наверное, раз 20. О, вон круг, круг спереди по дороге есть. Ну, ведьма достает из круга же, в прошлый раз достала. Да, ведьма достает из круга. Нет, не по дороге, на запад идти, если круг. Но она как бы, знаешь, она как-то рандомно достает из круга, может просто когда мы... Не выключите фонарик, ну чё? Сам включи. Выключите фонарик. Я без фонаря. Я помню, Пинипай, когда играл в эту же игру в Слендере, он включал. Дом слева, давайте дома смотрим. Вон записка первая висит. Какой-то сарайчик. Давай в круге читать записку. Так, в него зайти-то нельзя? Нет, пройти нельзя, в чём-то занят. Печально. Вообще жесть, не знаешь, где я защищаю на очки сижу? Жесть, не знаю. Серёга, заходи в круг. Поместится четверо в круге-то? Или это будет гей-вечеринка? Да, это будет гей-вечеринка. Не поворачивайтесь в кругах. Вы такие красавчики, усатые. Давай, читай Серёга записку. Кстати, в голубом пиджаке. Мне сильно тебя не хватает, брат. С тех пор, как ты разругался с отцом и уехал в город, моя жизнь стала несказанно хуже. Отец запил пуще прежнего. На мне уже не осталось ни одного живого места. Местные подбадривают меня, но кто я им? Особенно если вспомнить про наши долги. Я подрабатываю тем, что учу детей, но едва ли этого хватит. Хотела... Это же сигналы пошли. О, круто, надо бежать. Серега, беги. Но из-за болезни мамы все хозяйство... Теперь на мне. Извини, я помню, что ты обещал вернуться, я буду ждать. Это единственное, что меня поддерживает последние дни. Так, мы назад бежим. Нам надо в ту сторону. Я просто запиской не посмотрел. Ну, в ту сторону... Блин, почему я последний? Подвиньтесь! Я не хочу быть последним! Я хочу быть посередине! Да блин, красная куртка, давай сзади беги. А у меня какая куртка, кстати? Синяя. Синяя, две красных и один желтый. У меня вот серый. Желтый. Вон там еще круг есть. О, радиовышка. А нет, это лэп. Блин, красный, ты че обгоняешь меня? Стой сзади. Красный самый последний. Самый бесстрашный у нас же, правильно? Нет. Хаппис, ты же сказал, то, что ты самый такой трушный. Это был этот. Excel? Рифовал я. Я блефовал. Блефовал, да? Окей. Вот очень я за тобой уйду. Ты такой накачанный, квадратные мышцы. Он еще и усатый, он какая-то сотехник из немецкого порно. Немецкого порно. Вы. Ой.
Мне сейчас его и не хватает, Серега. Я бы сейчас уже ребята, эти помехи еще сильнее стали. А там, походу, еще один круг. Помехи, а там, видимо, скелет будет впереди. Да, там круг. Тут вроде никого нет пока впереди. Давай круг. Какие-то... О, мы в прошлый раз тут не были. Какие-то трансформаторные пушки. Да, тут вон искры какие-то. О, записка. Подожди. Может, в кругу почитаем? Да. В кругу друзей. Господи, их столько много, что я прям бежаю. Это как Слендер бегает вообще серый. И бородатый, да? Стрел, я не похож на Слендер. Короче, это записка про адреналин. Можете сами прочитать. Давай, врубай. Прочитайте, Серега, ты у нас чтец. Тут, блин, все, половина зацензурена, я не буду это читать. Короче, просто описание, видимо, таблеток, то, что они, типа, вызывают привокали. Серега не убегает, один ушел. Счастливчик. Да, давай, Серега. Давай, беги дальше. Иди, то есть, не тратится до минус. Минус только на монстр. Оставляем. И до кругов, чтобы бежать, чтобы передыхать. Радио, что там? Радио? Радио, маленькие помехи. Ты меня радуешь, чувак, ты меня радуешь. У меня аж подмышки перестали потеть. А нет, сейчас сильнее становится сигнал. Серега, ты склады заводишь? Еще сильнее. Я Сусанин. Еще сильнее? Давайте еще вот сильнее. Сюда пойдем тогда. Они стали выше теперь, эти волны. Меня спугает. Черт, не верю. Сливайте, мастер Чан. Да, мастер Чан, давай, ты у нас бог. Бог этой игры. Если тебя убьют, то танковать будет Хапис. Ха-ха. Я надеюсь, меня убьют первым, потому что тогда я не пропущу все веселье. Черт, самое такое смешное. Отличная идея, ребят. Круг. Круг впереди, Серега, видел? Да, видел. Надо записки искать, не в круге стоять. Нужно артефакты, по идее, искать. Ну артефакты, а где артефакты лежат? Я никаких гайдов не читал в интернете, поэтому я ничего не знаю. Да, мы в прошлый раз около 200 прибегали. Наверное, первую версию тоже выложу на YouTube, слышишь, Серега, где с матом. Я вкладываю, конечно, что. Там уже будет все вывешено. Тебе там придется запикивать, наверное. Там запикивать бесполезно. 18 плюс рейтинг поставили и дальше. Да, я так и думаю сделать. Ребят, хватит бегать, на минус тратить. Мне закончилось усуновство, Серега. Не бегай. Чё закончилось? Вон, давайте в круге передохнем. Что там? Радио. Радио? Ну, такие средние помехи. Ну ты сообщай нам, когда начнется полная жопа, чтобы мы знали, что надо что-то предпринимать. Ой, вот. Они ускорились, очень сильно причем. Как мы только... Ой! Кто бросил файл? Я бросил, чтобы его не исчез. Чувак вышел усатый. Он мне моего отца напоминает, слышишь? Повернись, красный! Батя, ты что ли? Да. А он из Стартрека, смотри, видишь, этот значок тоже? Да. Ребята, это радио начинает все, ну, чаще пульсации идут. Короче, если мы пойдем туда, кого-нибудь напугает скримером. Поэтому мы пойдем туда. Чтобы кого-нибудь напугало скримером, но попозже. Окей. Я третий. Я не хочу последним. Кто хочет последним? Кажется, кто-то идет. А, еще тут. Да что такое? Бежим! Бежим! Его убили! Пацаны, я на кладбище вижу артефакт. Усатого убили? Усатого убили! А нет, усатый, вон бежит. Да! Круг, подвинься! Я бутылку с виной подвинул. Я за вами со стороны наблюдаю. Это пульсация огроменная, просто капец на полэкрана. На кладбище. Серега, не уходи один! Он по болоту идет. Черт, я говорю, знаешь, кто-то дошел, я же говорю, знаешь, кто-то дошел. Ты подобрал артефакт? Ребята, огромная, да, пульсация. Я подобрал бутылку со святой. Огромные пульсации? Вообще огроменные? Вообще капец. Еще бы, мы по болоту идем, господи, мне уже страшно. Тут а что меня первого убили, а? Даже у меня помех. У тебя скачивалось. Сейчас, потому что игра. Это тебе это, наказание. Бегай, ребят. Я даже не успел испугаться, опять смотрю из краткого. Я выбил скелета этого, черт. Серега, давай, ты у нас танк. Пульсации еще Серега, больше стоит. Серега, ты у нас Лара Крофт. Это игра, по-моему. Чувак, есть. Даже у меня помехи в ушах уже есть. Серега, хватит подожди бегать, меня, ребят. Подожди меня, Серега, не убегай. Черт, у меня уже руки дрожат, у меня уже ладошки вспотели.
В смысле, не убегай, что мне еще делать? Мне страшно. Нет, не бросай нас! Еще больше стало. Еще больше? Ну, вон круг спереди на дороге есть, народ. Бегом. Не успеваю. Нет, 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 не бросай меня. Черт. Вот дом ведьмы. Таким красным фонариком. Да, на всякий случай. Ты понимаешь, что ты так привлекаешь внимание? Да насрать. Я жив. У кого из нас красная спина? Черт, пацаны, я, короче, меня реально пацаны, за вами кто-то бежит. Быстрее, быстрее, не успевай. Это была шутка, это был фонарик. Стоп, где вы? Я вас потерял. Погоди, Серега, в кругу мы стоим, у меня стамины нет. Серега, не убегай. Да, Серега, ты у нас главный. Ты у нас босс, ты видишь, такой в солидном пыльничке. Голубом. Я-то себя со стороны не вижу. А он потому что сервер. Он, кстати, Серег, ты в очках, причем прикольно, сведя голубые глаза. Парень какой-то. Он и Пашку мне напоминает. Нас одноклассника нашего, не знаю почему. Костя, ты на месте ходишь. Капец, я бы лучше вместе бежал. Ладно, идем. А че, я последний? Так, он, ребят, там он... что-то в кустах было. Там... Я не знаю, я вижу, фаер горит. А, мы оттуда пришли. Ну и пофиг, господи, ходим кругами. Хочется экшена. Давайте там один анекдот расскажет. Анекдоты? Да. Кто знает анекдоты? Колобок повесился. Без мата только. Колобок повесился. Нет, без мата анекдоты неинтересны. Вот записка. Записка подобрана. Так. Опираясь на молот ведьм, можно утверждать, что Ви — это разновидность инкуба. Ой, господи, какие такие арикрафты, я не хочу его читать. Я хочу пугаться и визжать. Серега, не убегай, если ты видишь, ты предупреждай нас, окей? Ребята, этот, пульсации стали еще больше. Ну, чтобы возвращаться. Окей, будем... разворачиваемся, идем обратно. Больше и чаще. Может, достаточно заводит. Да, может, достаточно, на самом деле, за ведьму играет? Батяня, ты не можешь меня предать? Я на чьей-то голове иду. Ты на меня залез. Прости. Господи, у вас тут реально гей-паки за моей спиной. Там. Серега, блядь, кто-то на кого-то залезает. Да, в лес пойдем, Серега, вот да, налево туда. Подожди, я в голове пытаюсь составить карту этой локации, и мне что-то не получается. Костя, тут сколько записок? Я не знаю, мне кажется, тут сейчас... записки не важны, да, тут надо артефакты собирать. О, ребят. Записки — это тупо подсказки. А то куда он исчез? Радио? Капец. Радио! Где радио? Записка, ребят. Чё, радио, тебя поймали? Радио, ты чё? Я... Капец, ну нафиг. Это ведьма, да, ведьма? Чувак, тебя девочка из звонка поимела. Да, капец, я жив еще. Ну да, куда она тебя закинула? Не знаю, в записке. О, вот это я наложил. Черт. Нам скоро хватит, чтобы усадьбу себе построить опять. Новую, вторую уже на Рублевке. Блин, парень, ты где? Я с тобой. Парень! Я не ты, господи, уйди от меня, против. Серега, ты танкуй давай, не убегай! Да еще музыка, так. Знаешь, так становится тихо, и как будто сейчас она реально выпрыгнет, да, Владик? А то же круг должен быть. Владик сидит рядом. Ребят, встретьте меня кто-нибудь. Серега, я пока от мышки отпустился, так что никуда не сворачивайся. Ребят, вы где? Ты хотя бы примерно где находишься, скажи. Воды какой-то. Где? Воды. Еще раз, и плохо слышно. О, меня убили. Там, ну там, да, я слышу. Димастер, разворачиваемся. Но нам, пожалуй, не стоит. Где? Ребят, мне скелет с вертушки. Скелет. Костя, это такой слышу. Что-то мне не нравится эта игра. Что-то вообще не получается. Она какая-то непроходимая, по-моему, пока. Да не, можно пройти, может, волка тоже не с первого раза научились проходить. Я наложил, я думал, если я третий иду, то на меня не нападут. Как бы не так. Если что, я записку подобрал. Да, Серега, сейчас я умру, потому что ты самый последний. Вон там круг спереди есть, видишь?
Вроде вот там я и появился, вроде бы сейчас. Проверим. Я остаюсь его немного. Да-да-да, вот тут вот эта записка была. Вон на дереве записка была, я вот тут появился. Радио что фонит? Ну в прошлый раз. А я умер. У меня нет радио уже. Я вам чешу, Серега, погоди, я вам чешу. Да, Серега, слышишь, может такой вариант, бежим друг другу лицо? Вон круг. Так тут круг пойдем. А, господи, она прямо у тебя за спиной. Да-да-да, она сейчас прямо за спиной у тебя появилась. Я почти потянулся сделать скриншот. Это реально эпично выглядело. Семейное фото. Сантехника. Блин, кто-то домой приходит. Кто дверь открывает? Нет, мама мне напишет. Мам, ты? Ух, мам. Мам! Ой, димастера убили. Надо бежать. Я бегу, Серега, я в полку упада! Костя, за тобой скелет. Я вижу тебя, чувак. Скелет за тобой, Костя, скелет. Он гонит. Давай, давай, круг, повернись, посмотри, что там. Где он? Где скелет? Тут я бегу. Серега. Ну ладно. Нет, блин, это скелет мной переодел. Когда вы играете ночью в эту игру и неожиданно к тому приходит мама, это еще страшнее. Записка Демастер. Записка Демастер? Записка Демастер. Да ее. Что-то меня не берет. Собрать эту записку сложнее, чем пройти игру. Ладно, пошли, Серега, забей на записку. Уже можно видеть. А кажется, ведьма ловит, когда ты в кругу стоишь. Не обязательно. А, она не убивает. Ведьме когда... вообще пофиг. Серега, я понял. Демастер. Подожди, Демастер, убивает та красная фигня, и от красной фигни можно спастись в круге. От всего остального круг не защищает. Короче, круг, да, в нем просто убить нельзя, а телепортировать можно. И убить. И убить может. И убить, это fucking teamplay. Teamwork. Кругу убить нельзя. Опа, разворачиваемся, парень. В кругу сидит. Чувак, сори, я убежал. Я к следующему кругу побежал. И Костя вдогонка. Но эта красная фигня не так страшна, как та изонка. Эта красная фигня убивает. Я знаю, но Серега, она не страшна. Серега, жди в кругу. За мной кто-нибудь бежит? Да. Да не бежит. Нет, знаешь, широко подходишь. А он, знаешь, что он исчез сразу же, только мы в кругу зашли. Ты знаешь, когда оно меня убило в прошлой игре, я тоже шагов не слышу. Вот в чем прикол. А ведь туда же бежишь? Че, псих? Ну да. Почему псих? Не, ну куда-то же надо идти. Мы тут ходим туда-сюда, между кругами. Серега, я что-то не могу бежать, кажется. Ну, мол, поздравляю. Лол, у меня сейчас черт задом пробежал. Черная тень Майкла Джексона. Майкл. Никитич ведьма, действительно. Ведьму зовут Майкл? Да, ведьму зовут Майкл. Из универа. Майкл. Кстати, видел, Владик, когда ведьма у нас появилась, она у нас была в текстурах. Она под землей где-то застряла. Прикиньте, у нас ведьма просто перерубила дорогу. О, Майкл. Майкл пробежал. Она ее перерубила, короче, дорогой, прикинь. Давай передохнем. Передохнем. Давай. Вот, пацаны, давайте передохнем. Серега, я на тебя залез. Я на Серегу залез. Я к тебе на плечи сел, Серега. Красная фигня, ребят. Красная фигня, отвернись. Отвернись от красной фигни. Я на нее смотрю, чувак, она исчезла. У нее можешь смотреть в кругу. В кругу она не нападает. Нет, она должна убивать, если ты на нее смотришь даже в кругу. Я на нее только что смотрел, Владик, ты что-то бежи, да? Да, я видел. Бегом. Пацан. Ты пацан или не пацан? Он Костя. Он Костя. Костя это не пацан и не человек просто. Так, просто Костя. Он домашний. Костя не пацан, я это же помню. Свет, не иди бежать, Серега, у меня кончилась стамина. Серега, кажись, я умер. Мужик, давай в последних сил. Кругляшок. Бомба. Ого, это обоссанный круг. Он не внушает доверия, Серега. Боже мой, мне страшно, Серега. А, за тобой гонится скелет. Подвинься! Повернись, чё, где?
Нет никакого скелета, ты что обманул меня? Серёга, дай подожди, у меня реально стамина нет. Нажми правку мыши. Моё воображение играет со мной злые шутки. Так, Димастер, ты какие предметы подобрал? У меня фонарики такие, которые кидай. Сигнальная ракета. В итоге опять остались два человека с самыми бесполезными предметами. Ну компас еще ладно, но фонарики это просто петра. А они, может, отпугивают или наоборот? Чёрт, мне кажется, что наоборот. Его приманил, убежал, они на то место прибежали, а вы убежали. Я почему-то в этой игре скелетов не вижу. А, в этот раз. Не, были скелеты, были. Ой, красная фигня появилась. Чувак. Я слышу ее. Не, она шуршала. Какая-то зловещая цель. Красная фигня ушла. На вот так. Пошли дальше. Куда дальше-то? Надо помнить. Ну туда же, куда мы шли. Я скриншот сделаю в этой игре, вот и на этой церкви. И на превьюшку кнопки на этих видео. У меня как-то звуки дичайше лагают. О, Майкл! Не видел его в этот раз. Так, я мышку отпустил, не поворачиваю никуда. По прямой бежим. Там дальше группа прямой не. Серега, если мы подойдем, что видим, мы потом обоссымся. Записочка с рисунками. Тетя Таня, мы очень скучаем по тебе, без тебя никто не играет, знай, мы тебя очень любим, возвращайся скорее. Серега, впереди красные глаза! Да вижу, я записку вообще читал в этот момент. Так, все, оно исчезло. Оно тут, оно все еще тут, я видел его, нет, оно там, Серега, не веди туда. Я в круг бегу, забей. Тут круг есть. Черт, я слышу шаги! Беги, я же за мной, да? Да, ну за тобой. Я в круг. Так, быстрее я в круг, вставай. Ух, быстрее успел. Я умер? Нет, я уже. Я в круг, я вот в своей жопе. Ну, Саша, вылезай оттуда быстрее. Нет, давай лучше там посижу, там удобно. Да, это тот Микки Маус, который ты не скинул. Я погреюсь и уйду. Да. Серега, может я тебе на плечи сяду, ты придешь? Что? Может я к тебе на плечи запрыгну? Нет. Здорово, без фонарика, но... В этой жизни только один человек имеет право сидеть у меня на плечах, и это не ты. Кот? Нет. Мама? Кот не человек. Нет. Сожалею, я не могу раскрыть тебе этот секрет. Окей, да я знаю. О, тут круг, пацан. Круг. Есть, наши есть, жопы да. Спасены. Серега, ты упора, здесь нет круга. Вот круг. Это не круг, это наша смерть. Тут впереди. Вот, впереди появилась красная. Он появился и исчез, потому что... Потому что мы в круге стояли, которого ты не видишь. Майкл прибежал. Майкл. Я почему-то слышал. Это оборотень стопудово из этого, из старой бета-версии, правильно? Так, тут опять рисунок. Я думал его вырезали, что-то нет? Подсказки вообще не канают, короче. Мне девушка маленькая, которая... Куда идем? Что? Куда идем, говорю. Ты ведешь. Не важно, мы просто играем, что? Просто пытаемся выжить. Представляешь, что ты в этом лесу? Что ты делал? Я бы сдох. Обосрался бы. Серега, жди меня, ты убегаешь, ты очень далеко. У меня игра дико виснет, у меня FPS упал. Серега, я не могу убежать. Вот, тут круг есть. Ой, там скелет, парень. А, скелет меня не видит, походу. Серега, я не могу убежать, реально. Димастер, тут, во-первых, скелет, а во-вторых, скелет может... Черт, не успеваем круг, не успеваем круг, подвинься! Ну я в кругу. Так, Серега, стамины нет, ты убегаешь, ты это отдохнул, а это нет. Почему я постоянно могу бегать, и ты постоянно не можешь бегать? Потому что ты идешь вперед. Может, это потому, что ты жирный? Меня развернуло, Серега, меня развернуло, я прям бегу. Окей, я бегу дальше. За мной, короче, этот монстр тут. А, он за тобой побежал? Да, он тут взлетел в воздух. Иди сюда, потяни, Серега, ко мне, на свет. Да, иди сюда, Серега. А, блядь, о господи, меня сейчас ТП-шнет. Тебе ТП-шнуло?
меня ТП-шку. Да, меня ведьма поймала. Где вот ты? Так, я. О, я у церкви. Беги на свет, я тебе тут подошел. Беги на свет, я даже не вижу, я примерно только знаю, где ты находишься. Ну знаешь, где свет постоянно горит? По-моему, твои фаеры потухли. Мне кинуть фаер? Ведьма это туп... Ведьма тупой скример, кидай. Ну и чтобы до тебя добежать, придется весь наш путь проделать по дороге просто. Ладно, хер с ним. Я бегу через лес на пролом. А ты видишь этот свет, да, в конце туннеля? Да не вижу я никакого света. Ну, знаешь, что по лесу бежишь, такой фонарик горит, да? Да не фонарик, это луна, Дим. Нет, не луна, там такой блеск прямо посреди деревьев постоянно. Блин, опять эта красная параша. Майкл пробежал, видел? Отстань от меня. Сейчас ведьма появится, наверное, нас убьет, потому что надолго надо вместе с ним гладить. Ну не убьет, будет портить куда-нибудь. А здесь к Сереге. Нафига вы долго на одном месте стоите? Ну я не хочу отсюда уходить, я тебя жду. Пусть я не хочу уходить, давай, уй. Почему я... Ты, блин, чувак, ты снимаешь летсплей, ты в летсплее стоишь на месте, ну, блин. Да. Это совсем не комбинирует. Теперь Владик будет контрить клавиатуру, а я буду контрить мышкой. Скелеты какие-то вообще тупорылые, он меня не видит, я буквально в 10 метрах от него прошел. Что-то надо, да не эти кромки, они нормально. Если что, пробил. О, я вижу фаер какой-то спереди. Да? Может это ты? А там свет этот есть? Ну я вижу красный дымок. Блин, скелет перегородил дорогу, зараза. Нужно подождать, пока он уйдет. Беги, Вадик, беги, ты слышал звуки? Ищем круг. Ищем круг. Блин. Ёбаный скелет. Все кончилось, что ли? Я бегу на какой-то рандомный фаер на дороге. Это может быть даже не ты. Это скорее всего не ты. Где круги-то все? Отпускай этот круг. Не знаю, у меня вот дофига кругов. Вот прямо рядом с фаером круг. Забей на записи. Че забей, ты собирай их? Чувак, не дозаписывай, мне кажется, постоянно. Мы хоть немного вникнем в игру, если ты их будешь собирать. Окей, будем собирать записывать. Просто-напросто. Ааа, беги! 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 Вас красное говно поймало? Нет, оно знает, бежит. А вы бежите за нами. Чуваки, вас красная говнина поймала? Нет, это еще не поймала, но мы бежим где-то, к вам будет бежит, а потом в нее будем гладить. Просто мы пока не видим, помех нет. Может, беги. Может это? Она нас развернет, потому что шагов не слышно. Я не могу бежать, он, видишь, как бы... Оно топает за вами? Нет, но это лак, ты же говорил, он тоже не топал, пока тебя не развернуло, резко не убило. Ну да. Меня не развернуло, меня в спину убило. Черт. Смотри на круг. Что, ты слышал звуки? Не трясся в дерево. Меня уже просто сзади сейчас развернет. Не, у меня фонит уже. Меня раскопанит, Владик, я тоже раскопанит. Черт. Майкл пробежал. Смотри, Майкл, не закрывай глаза. Майкл только что пробежал. Я сразу же обрадовался. Майкл, ты свой человек. Беги! Беги! Не стой! У меня стойкое ощущение, что я пропускаю все веселье. Черт! Господи! Ведьма появилась. Ты прямо в нее въехал, слышишь, прямо въехали в нее. Мы, короче... Аааа! Черт! За мной все! Здесь все! Тимастер, куда? Здесь все! Никита, Стас, Кена, Идюшины, Тимоки! Он бежит за нами, бежит! Недолго. Все, недолго. Вот он свет. Давай. Он в канале. Все, Серега, я с тобой наблюдаю. Давай, Спейс. Ну, Спейс, это не надо нитками, да. Ух, ладно, уважаемые зрители и подписчики, мы смотрим, как доигрывает Серега. Серега, мы тебя отчитываем, ты должен закопать наши трупы. Серега сейчас Alt F4 прожмет. Это Сереге совсем не весело, представь себе. Чувак, потому что за нами гнались все, понимаешь?
Я тебе говорю, Никита Стас, Кена и дюшный тёлки. Неправда, я видел Майкла дважды, причём, пока ты орал. Знаешь, какая ситуация была? Мы бежали от красного ублюдка, да? Наткнулись прямо на ведьму. Прямо Владик в ведьму въехал. Он прямо рядом в её текстуру заехал. Я въезжаю в ведьму. Так вот, знаешь, что было дальше? Ну, чё? С тобой кто-то идёт. Ну и пофиг. У меня стамина кончилась, по-моему. Да, с тобой красный глаз. Он взлетел куда-то. А, господи, он прыгает! Он на космос улетел! Он прыгнул прямо на меня. Да? Так, ты за мной идешь? Ты видишь, он прыгает! Да-да, он вот в космос он летает. Круг. Круг, беги, Серега, успеешь. Ну я... Не оборачивайся! Он прыгнул. Ну все, Серега, где свинья, скорее всего. Ну, я походу сдох. Да. Беги, прыгай! Не успел. Немножко еще. Достаточно близко. Ну что ж, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами был Демастер, Влад, Никита Стасген, ладно, Мастер Чан, Хапис и XL. Пока. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно комментируйте, если хотите еще с ним что-нибудь в этом роде. Всем пока. Да, Димастер визжит просто замечательнейшим образом. Черт, ладно, всем пока. В это нужно обязательно поиграть еще. Всем пока. Всем пока. Да. Доброй ночи.